Привет! Всем снова привет! Канал очень милый, снова с вами. Мы сидели дома, поняли, что все это дело нам надоело, нам не сидится. Пока праздники, мы решили выбраться на дачу. За все время владения дачей мы впервые зимой туда выезжаем. Не знаем, что нас там ожидает, можно ли там проехать, есть ли там дорога и вообще, что у нас там происходит на даче, неизвестно. Вот мы сейчас едем и будем поглядеть, что там. Ну а вы это увидите вместе с нами. Заехали недалеко от дачи в магазин. Всякие дошики, кофейку, чайку цепанули с собой. Познакомились с животным, с мясным. Сейчас покажу. Он такой на ложку. Пушка. Вот такой мужик здесь сидит. Я его называла Пушистик. Да ему пофигу, как его называют. Бездомный еще. Да, конечно, да, я вижу. Ошейника нет. Ошейника нету? Может, Димка сразу видим? Вот, слышно будет. Он с мамой поздоровался. Так что вот так вот мы едем на дачу. Так, доехали мы до нашего луча на СНТ. Вот. Дорога в целом, вот видите, за мной нормально, ехать можно. Но вот наш луч. Вот так вот, здесь. Не знаю, сейчас объедем, посмотрим с другой стороны. Но что-то пока перспективка, походу, будем по колено в снегу лазить. Ладно, глянем сейчас. Для того, чтобы проползти по этим буеракам, используется девайс-пакет. Потому что здесь вот, он сейчас, Димон копается, там реально снега по самые небалуйки. Стилизованные бахилы, по системе очумелые, изоляция, хорошая изоляция. И как-то вот так, короче, чтобы джинсы просто все это дело не налетело и все. Так вот, вот так вот. Все. Так, смотри. И вот так вот. Опа. Там я на спину удержу, ну ладно. Надеюсь, не уткнет. Не укопаюсь. Что, шмотки пошли? Примерно вот так. По колено где-то. Так. Полпути пройдено. Осталась половина. Да, здесь вообще жесть. Короче, в следующий раз, если сюда поедем, позвоню, чтобы трактор подъехал, все это дело убрал. Снег реально по колено мне даже. Димон то ли легкий, не знаю, он чуть не проваливается. Сейчас дойдем, будем откапывать сначала калитку, потом дорогу к дому. Вот мы, ой, сейчас. Вот мы подползаем к нашей даче уже. Пройдена половина этого луча. Сейчас вот это надо будет откапывать, вот это все, и к дому. Ой, блин, хотя бы все на месте пока стоит, ничего не упало. Все, сейчас откопаемся. Фу. Я до травы дошел. Молодец. Я, может, только до пива дошел бы. Вон песочек пошел. Земля близка. Так, ладно. Сейчас чуть погашу. Попытаюсь открыть калитку. Короче, все. Калитку вскрыли. Начинаем откапывать дорожку к дому.
Все, хорош. Так вот, на тему печки. Я все рассказал, что дымит назад. Вот сейчас у нас в доме вот так вот. Это я пытался печь разжечь. Эта скотина вообще не хочет давать тягу, все идет назад. То есть, что только не пытался. Заслонки все открыты. Все тянет назад. Вот зараза. А здесь дым затягивает. Ну как так-то? Куда что идет, блин? Вот так вот все это коптит. И ни хрена не горит. О, фу, классно, да? Вот так вот. И нету тяги вообще. Зараза. Все горит, но все сюда. Ладно. Буду пытаться дальше шаманить. После 15 минут плясок с бубном, с краснющими глазами, этот мутант завелся. Короче, нету тяги, там, походу, говна по самой не балуйся. Я сидел, как мельница, с дощечкой, разгонял воздух. И после этого оно пошло. Все, победа. Пока я там шаманил с печью, дети освоили снега Подмосковья. Это игла. Это игла. Тут уже целое здание выстроилось. Снега много, очень много. Дети очень довольны, то, что можно полазить. Смотрите, видите, три в одном. Стоит на месте, никуда не делся. И этому я, несомненно, очень рад. Так, ладушки, надо сейчас покушать. Все, печь расшаманена. Все, ой, отлично. Тяга есть. Больше не тянет сюда. Короче, засрано. Надо будет все дело зачищать, разбирать, вычищать весной. Но главное, сейчас получилось все это сделать. А пока для обогрева будет вот так вот. По крайней мере, здесь на террасе будет... Ну, здесь уже теплее стало, реально теплее. Та-дан, та-дан, та-да-да-да-дан. Вот он, обед настоящих бойцов. Мы с Димоном. Макарошки. Катька с Дашкой. Картофанчик. Ладно, все. Приятного нам аппетита. Закончился. Сколько я буду огрызать? Дети очень сильно заняты на даче. Поближе к печке. На самом деле в доме, ну так, свежо. Свежо даже так, скажем, ну мы приехали, очень свежо. Но в целом, вот где-то минут, наверное, честных минут 40 печь горит. Уже чувствуется, что в доме становится тепло. То есть я думаю, если часика 3 здесь потопить печку, здесь будет вообще шикарно. Ну, пока кофеек. Дача, как-никак. Отдыхаем. Машину бросили перед лучом, там вообще фиг знает где. Еще назад до нее топать. Тоже будет еще то веселье. Но когда печка есть, уже как-то по-домашнему, уже как-то тепло, уже как-то кайфово. Ой, знаете, ребятушки, есть в этом что-то такое, такое позитивное, знаете, вот зима, тишина, вообще тишина. Слышите, как тихо. Где-то там, где-то что-то далеко-далеко какой-то стук или что-то такое. И вообще тишина. Вот за это, именно за это,
вот эта вылазка для меня очень позитивна. Ну и опять же, вот мы год дачи пользуемся. Ну, как бы, год назад мы ее приобрели. И то еще год, наверное, нет. Нет еще года. Это первая вылазка зимняя такая. Мы посмотрели, как здесь, что здесь. Ну, опять же, сделали свои выводы, что нужно заказывать сюда сначала тракториста, который все здесь, с этого дороги, вот то, что все это уберет нафиг, чтобы можно было подъехать сюда на машине. О, потому что, ну, сейчас покажу, где машина находится. Вон там, в конце. Сейчас, тоже. Видите ее, нет? Сейчас, я палец-то мой. О, вон там она. То есть, как бы, пехать сюда так нормалды. Но при этом, как бы, я, честно, очень доволен. Дети тоже довольны. Жена довольна. Блин, прикольно. Выбрались. Все, сейчас еще где-нибудь, наверное, с часик здесь потусим, потому что темнеет нынче рановато. Часик где-то еще потусуемся и назад валим. Вылазка успешна. Городской ребенок приступила к раскопам Подмосковья. Снег сейчас придет. Да. Снег пошел. Вот сколько счастья. Вот давай до сюда, и этого достаточно. Ладно. Колени унес три. Ну, ладно. Давай, давай, все равно пойдем. Ладушки, люди, тут темнеет. И нам, наверное, уже пора ехать обратно домой в Москву. Вот. Поездку, считаю, на 5 баллов выполненной. Ну, вы все видели. Все, что смог, показал вам. От вас большая просьба ставить лайки, подписываться на канал. Кликайте там внизу колокольчик, дабы не пропустить новые выпуски. А с вами был канал Очумелые. На даче зимний выезд. Все, пока-пока.